В выставочном зале художественного музея фейерверк из эксцентричных работ. 2 года плодотворного творчества, наполненные тяжелыми событиями, воплощаются в экспозицию «Осколки хрустального мира». Названия, как и картины, отражают эмоциональное состояние мастера кисти. В каждом мазке целая история и любовь к жизни вопреки всем трудностям. То, что у меня было внутри, на моем сердце, в моей душе, вот это вот сейчас вы видите здесь. И осколки, потому что я нес в руках свой мир хрустальный, а потом уронил его. Виктор Кнарус представляет свыше 70 работ, написанных акриловыми и масляными красками. Автор не подражает конкретному направлению искусства, пишет так, как чувствует. Неотъемлемые составляющие творчества, неподдельная искренность, внимание к деталям, философское мышление и внутренняя сила. Каждый художник пишет, как дышит, как чувствует. И иногда Витя, его чистота его души, трепетное отношение к окружающей жизни, даже к горю, даже к печали. Это покоряет. Важная часть каждой работы – слова, которые ее сопровождают. Художник обращает на это особое внимание. В названиях к миниатюрам, а их 44, находит отражение увлечения автора японской культурой – поэтические строки в стиле хокку. Мастер акцентирует – текст и изображение взаимодополняемы. В планах еще и создание книги о выставке. Каждый раз, когда я прохожу мимо, очень... разные эмоции возникают. Где-то грусть, где-то радость. То есть оно несет в себе очень много эмоций. Очень разные ощущения, но я соглашусь с тем, что говорили, что есть в этом что-то детское и светлое, и искреннее. Пока природа не балует солнечными красками, самое время насладиться живописью. Посетителей ждут на социалистической 100. Экспозиция работает с 10 до 19. Мастер кисти призывает видеть в окружающем необычное, а само творчество называет аллегорией и возможностью создания собственного мира через призму образов на картинах. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.